Ну что, Русин, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить с вами метро Last Light. И кто смотрел прошлую серию, снил, сначала скажу, что ссылочка в описании находится на полном прожении на игры. И чуть ниже, если телефон смотришь, чуть ниже подсказочек, ой, чуть ниже описания находится подсказки, там прикреплена прошлая серия и полном прожении данной игры. Если с компьютера смотришь, там вверху справа, смотришь там такой кружочек с И, да, или с этим знаком таким. Вот, нажимаешь на видос, подсказочки будут тоже, да, те же самые. Видос прошел, да, прошел серию и плейлист полного прожения данной игры. Так вот, кто смотрел прошлую серию, собственно, да, тут знает, что игра забаговалась, причем, ну, не очень приятном моменте, очень неожиданном моменте, скажем так, но посмотрим, что сейчас будет. Если сейчас она все равно будет там залаганной, придется проходить заново до тудова, да, то до тудова. Конечно, придется проходить заново до того момента, потому что я не знаю, по какой причине оно залагало там. Хер его знает, честно. Но попробуем, давайте попробуем. Чем нет, поэтому, Саша, поудобнее надевать пледик обязательно. Прям куш, прям пледик в пить или пить при этом просмотре, да. Мы, собственно, продолжаем с вами проходить в данную игру. Серик обещает быть очень интересной. О, привет! Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Да, называется... Блин, наверное, ниже надо, да, все спустить. Давайся ниже чуть так спущу, наверное. Вот так, наверное, да, пусть будет. Или хер его знает. Ну да, пусть давай попробуем так смотреть. Ничего сейчас не загораживает нигде. А, ну, окей, я понял. Настрою, ребята, эту тему с вебкой, чтобы в такие моменты, где нам, видите, он, ну, показывает глава называется Бандита, да, когда он что-то говорит на экране загрузки, я буду испускать эту вебку, вот. Так, ну, собственно, что, ну, все равно все, вот, ну, залагано, и, а что мне делать с этим? Я не пойму, а что мне с этим, блядь? А что мне делать-то, ёпты? Можно? Алло. А что мне делать с этим? Смотри, хорошо. Давай загрузим последний чекпоинт. Хорошо, окей. Так, это я вижу. Хорошо. Хорошо, давай попробуем. Хорошо, фонарик не буду взять. Давай попробуем еще раз. Может, что-то поменяется, я не знаю. Но фонарик пока трогать я не буду особо так. Да, охуенно. Чего ты, бля, рычишь? Как говорится, не надо... Бля, заебить. Опа, подожди. Это я пропустил. Вот еще. Нет? О. Сок у нас 4 аптеки, собственно. Ладно, попробуем. Тут типа что-то типа, как я понял, не вернусь с тобой. Арена, наверное, да, будет. Типа на время здесь все это дело сделать. Чтоб реально было с кайфом, да? Чтобы пройти, да, собственно. Давай попробуем. Так. У нас того 5 минут, грубо говоря, да, есть. Почему-то у нас он разбитый весь, ну ладно, погнали. Попробуем. Надеюсь, сейчас не залагает. По крайней мере, надеюсь на это. Давай. Пошел. Прям сюда вот так вот. Так, сгорел.
Вот сюда кидаем, на всякий случай. Ну давай, 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 давай. Ну. А, все. Вот аптеку не могу использовать, прикинь. Понятно, придет. Давай тогда проходить. Что говорит, как говорится, давай тогда проходить. Ну, это дальше пройду заново. До этого момента. И тогда посмотрим. Залагается новый или нет. Потому что, ну, это я вот аптеку использую, нифига. Да уж, неприятненькая тема. Но для вас считанные секунды, для меня это, наверное, минут 5-10, может, что такое. Не знаю, может, меньше. Так, ну что, ребят, я прошел до того момента, собственно. Блять, что это? Я пошел до того момента, вот оно, то место. Давай сразу, все заряжено с тобой, все заряжено, да? Все есть, как говорится. Как говорится, чего бы нет, когда да. Поехали. Мы с тобой на этом месте, как раз где у нас фонарь свой залагал. Как раз таки. Пока нас никто не тронет здесь. Скажешь, откуда я знаю? Ну, судя по тому, что было в прошлый раз, нас особо никто не должен тронуть. Да, будет рычание, вот это все, но особо никто не тронет. Кстати, кто смотрел прошлую серию, помните, там женщину спасали мы? Помните, мы там женщину спасали? Я ее сейчас спас. Я ее сейчас спас спокойно, и все. Повторно, грубо говоря. Так, главное нам с тобой, короче, это выстоять, да? Так, а можем сохранить? А, ну, конечно. Да, можем сохранить, конечно. Мне кажется, я там сохранился, как раз в прошлый раз сохранился именно просто с фонариком, поэтому он забаговался. Кто знает, может быть, а может быть и нет. Так, ну поехали. Давай. Должны мы это пройти с тобой. Давай, мы должны с тобой это пройти. Тут у нас выбрано все. Давай, поехали. Так, один откинулся там. Минус еще один. Где-то сейчас должен спрыгнуть еще. Угу. Ментально. А, блядь, ты что, дурак? Я понял. Окей. Окей, окей, блядь, let's go. Так, мы снова здесь, да, с тобой? Ну, погнали сразу наверх. А, подожди, здесь еще что-то собирал где-то, да? Где-то что-то здесь собрал, помню. Поехали, поехали. Сейчас отсосете его, ребята. Сейчас вы отсосете, да, моментально, нахуй, я говорю тебе. Так, это мы собираем. У нас с тобой, ага. Поехали. Так, выбираем сразу с тобой эти. Самые, как говорится. 5 аптек у нас с тобой, 5 аптек. А, у нас, о, у нас он новый. А, ну я просто показался. Так, ладно, let's go, чё. Я готов. Сначала вот на ту надо 100% и на эту, я тебе уверяю. Что там, там выпрыгнет чел. Нужно будет кидать. Поехали. Раз. Два. Три. Сейчас он там чел. О, подкинулся. Один. Есть. Сейчас тут второй, по идее, должен быть. Да, да, да. Угу. Сюда сразу кидаем. И впереди себя. На всякий случай.
Подожди, блядь. Перезаряжай, перезаряжай, пока есть время. Пока есть время, перезаряжаем, ребят. У нас пока есть с вами время. Минус, долбоёб. Так, вон прыгает. Давай, 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 давай. Блядь, все хорошо, алё, блядь. А все хорошо, блядь, что? Заебись, игра. Классная игра. Я понял, блядь. Такой ебаный бред просто, реально. Просто бред. Просто бред, ебаный. Ну, это серьезно, я по нему уже стрельнул, он вот, и все, и второй сразу напал. Ладно, хорошо, да сделаем чуть по-другому. Возьмем вот эту сейчас оружику. С тобой, да, собственно. Поехали сразу. Так, это у нас убрано, все. Ждем, 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 ждем. Поехали. Пошла, родная. Пошла, родная. Да, 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 давайте, 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 ребятки, давай, давай. Так, один там я видел. Все. Откинулся. Сюда кидаем. Сразу же, моментально. Так, вот сюда кидаем на всякий случай. Ну давайте, давайте, шо вы? Шо такое? Горишь, да? Ну, бывает что. Так, берем эту. Это тут. Все. Сейчас вот этого. Так, две есть. Так, рано. Перезаряжаюсь пока. Успею ли? Нет. Да, успею. По идее, должен успеть. Давай, 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 давай. Блять, мразота! Бля, что? Блять. Хорошо, я понял, надо одно ставить, 100%, одно надо оставлять. Блять, что за игра-то нахуй? Мразота, блять. Одну надо, короче, оставлять. Я понял. Одну, давай две ставим, что зажигательное все-таки. Ты покричи, покричи, блядь, долбоеб. Ой, блядь, на это сейчас буду встрять на этом задании, блядь, по 500 раз просто проходить, конечно, эту хуйню. Интересно. Очень интересный геймплей, блядь. Так, это мы с тобой выбрали. Все, let's go. Ждем. Да. Так, первый-то дробаш у нас, он полностью перезаряжен. Это у нас полностью перезаряжен, все. Поехала, родная. И вот сюда кинем сразу же. Вот, откинулся, сошел. Там же тоже он, скорее всего, откинется. Что там угонит? Смотри, смотри, смотри. А, нет. А, да. Все, хорошо. Так, сюда кидаем одну. Остальных мы с вами сможем, если что, уложить. Блять, серьезно, блять, мужик, тебе сколько? Блять, сосал. Кидаем сюда. И у нас с тобой еще одна в запасе есть. Ну давай, давай, да, 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 расскажешь. Расскажешь, мальчик, расскажешь. Все хорошо. Ну ладно. Еще одну кидаем. Давай, 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 давай. Ну, что, 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 что? Да что ты, блядь, делаешь? Долбоедина, блядь. Пожалуйста, вот, все, сгорел, сгорел, сгорел. Все, все, беру. Автомат. Блядь, вы серьезно? Это арена, нахуй, целая, блядь. Я должен как-то тут выживать еще. Вы, блядь, серьезно?
Мне даже они не дают ничего перезарядить, самое интересное, понимаешь? В этом есть прикол, блядь. Да, блядь! Ой, блядь, я хуй узнает, ребят, честно. Я хуй узнает, как пройти эту хуйню. Да. Хорошо, давай, хотя давай тогда одну кидать на один столб сейчас просто. Или около себя сейчас просто кинем. Не, лучше давай на столб кинем сейчас. Кинем на столб. Он просто не дает мне, он мне просто не дают мне перезарядиться, в этом прикол. Может, надо бегать от них, хер его знает. Типа бегать, тут бегать от них, сюда бежать от них. Типа такого, я не пойму, реально. Но если это да, то хер его знает. Может, я делал ошибку, что типа стою просто на месте. Но а что мне еще делать, блять? Но типа бегать на них, они со всех сторон могут напасть. Ты видел, да, как их много? Это вообще пизда. Нахуй такую миссию сюда добавлять? Не понимаю вообще. Зачем? Блять. Давай сейчас попробуем побегаем. Хуй, ладно. Как зажигательно у нас кончится с собой. Сейчас выйду к вам. Заведу только, ждите. Поехали, туда кидаем. Давай, 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 мразь. Давай, давай, давай. Вот смотри, ему похуй вообще. Сейчас ему пизда будет пока. Сейчас он там. Ну, о, откинулся. Найс. Сюда кидаем. Так лучше около себя кидать, на самом деле. Вот так сделаем с тобой. Давай, 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 давай. Кто тут? Кто кого? А? Что такое? Давай, давай, быстрее перезаряжай. Найс. Еще одну кидаю. Сколько у меня осталось? Одна. А, все хорошо. Все хорошо, съебал. А, ну все, отошел он. Давай, 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 давай. Еще одну кидаем сразу же. Моментальную, блядь. Давай, 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 мразь. Да, все хорошо, ты в огне, если что, нормально все? Все хорошо у тебя? Нас сразу перезарядим, пока есть время у нас с тобой. Да, мразь. Перезаряжаю. Реально? Перезаряжаем, пока есть возможность. Он бежит, я вижу. Да, блядь, быстрее можно! Хорошо, хорошо, мужик. Бля, сейчас, сейчас будет нападать, смотри, смотри, смотришь? Фу, блядь. Наконец-то, наконец-то. Бля, ну это арена чистая. Чистая арена, я тебе говорю. По кому, блядь, стреляет? Никого нету, видишь? А, вижу. Да, мужик. Ты вообще ненормальный. Чего делал там, да еще в одиночку? Ладно, позже расскажешь. Я еще скажу. Бля, зажигательные прям нормально работали. Хорошо. Снега наверху начали таять. Темные воды. К традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Темные воды называются у нас с вами. Глава, погнали. Надеюсь, больше так нигде не вылагает. С фонариком, чем еще. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Поручень!
Не-не-не, пока не будем. Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в сотку кличем. На вид они, конечно, жут, но мясо просто ум отнешь. Особенно под пиво. Жесть. Марицу как-то вообще их лого получается. Иди ты нахуй! Артём, помоги! Пора сваливать отсюда! Главное, не дай им залезть! Могут перевернуть! Блять! Больно. Ай-яй-яй, ты чё, мразь? Да иди ты нахуй, блядь! Тварь ебаная. На, блядь. Бля, пизда. Блядь, я забыл про это. Держусь, держусь. Все, что ли? А. Ладно. Теперь не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в соску кличем. На вид они, конечно, жут, но мясо просто ум отнес. Особенно под пиво. Да. Да иди ты нахуй, блядь! Артём, помоги! Пора сваливать отсюда! Главное, не дай залезть! Могут перевернуть! А, им похуй, короче. Ладно, держите. Ой, блядь! Давай, докину тоже. Да что это за твари вообще? На, иди ты нахуй.
Да иди ты нахуй! Блядь, твари! Твари! Помоги, мужик! Ты заряжающий! Блядь, пизда. А у меня нет аптек, да? Охуенно. Давай, давай. Сигай. Да, он на сигаретку, блядь, кинул. Бу. Ну что, держаться, держусь. Бля, аптек даже не осталось, ну ладно. Прикольно, волну взял, прикольно. Да. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Венеция называется глава. В чем видео прям анимация прям вовремя пошла? Снимать прям вовремя пошла. Ты там не заснул, парень? Не, ну как тебе нормально. Местная рыбка? Жесть. Правда, типа тяжки. Да. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Ну ты, бля, плыл. Открывай! Нет. Рыбаки пришли. Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, Дефин, как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовари. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плоть не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннеле. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Хорошо, хорошо. Ну, смотри, если кто-то полезет сам, как бы я молчать тоже не буду, знаешь что? Э, Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же, где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет! В жизни такого стрелка не встречал! Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боссман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Ну куда? Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде... Понимаю, понимаю. А че там у тебя? О, что-то рисует. Пу-пу-пум. Ты чё, опупел?
Пошел в жопу отсюда. Блин, только заснул же. Что вам, гадам, пусто было? Поспать не дадут человеку. Такие, может, блок треснул? Да? Ты ж как им надо было? Ну, папа, ну когда клюнет? Ну, подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. Бля, сейчас бы в зеленой воде рыбу ловить. Кораблики запускают. Вернулся вчера с Октябрьской, с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирку рода. И шо? Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Типа гвоздь программы. Ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. А как зыркнет, в натуре волосы на жопе шевелятся. Вы что-то хотели, молодой человек? Вас. Выбирайте, все свежее. Может, Сара... Ну ладно, как хочешь. Был бы не против, знаешь, был бы не против такой темы там. Что? Так, ладно, погнали, вот сюда сходим. Это ж караван, сколько есть. А кому рыбки свежие? Куда же вам его? А он у тебя чисто в карман насыпал. Так и давай. Эй, молодой человек. Да-да, вы... Может, судите еще патрончиком? Не-не-не. А кому рыбки сегодняшние? Принципиальная позиция. Уважаю, уважаю. Чего стоим? Кого ждем? Налетай! Рыбка загляденье! Будет объединение! Атмосферненько, атмосферненько. Не, ну ты... Так, ладно, let's go, что? Погнали! Ну сейчас сюда сходим. А, здесь оружейка, окей. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. Так, подожди. Венеция, заметка 1. Подземная Венеция. Три станции наполовину затоплены грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием. Древний, прекрасный. Кто знает, что стало с ним. На Новокузнецке тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе кальян, предлагаю. Нормально, кальян. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А ты у нас с толковой молодежью. Бандиты кругом. Ну, кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Ну, лады, лады. Бандинки, сносу нет. Подогрей кошелек на внутренний портупей. Мягчайшая кожа. Парень, ты же приезжий. Не выручишь местного патрончика? Опять икра. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достала, а? Где же я тебе хлеб возьму? Его даже на Новокузнецкой нет. Ты куда, братан? Димон сказал, что сейчас сюда поплыву. А шлюхбару там есть где кричали чисто. Хочешь нигде не найдешь? А кому рыбки свежие? Рыба снулая, шевелись! Да нет же сил уже! Ну-ка, ну-ка еще разок! Живей, блин! Ох, не идет! Да ну ё-моё! С такими мы тут 100 лет грузиться будем! Рома, ты? Я сегодня пар. Уже приняли тут с пацанами. Да нет же сил уже. Все, ну-ка, ну-ка еще разок. Ладно, пошли тогда в оружейную. Чем здесь мы с тобой везде все посмотрели, что могли. Ну и где вообще пацаны? Ты че вообще? В табло заходил? Кому-то говорил непонятно, да? Надо че? Музыка.
Да, 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 да. Пусти. Опять нажрался. Не открою. Тебя же узнать невозможно. Не проспись на чем. Ну да, осуждаешь. Так, встали и вышли. Простите, ты что сказал? Не понял? Канай за столиком. Ну мы же тут уже ты полчаса. Ты тут что вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. А ну тихо, пошли. Тихо, Тоха, куда пошли? Не, ну я чё сказал? Кна! Ну сейчас, барахло своё забери! Сейчас, сейчас! Нет, чё так не... Надо же! Новое лицо! Надо. Так, быстро заказ братва, приняли, но... Да нормально, я тут Тоха, чё ты? Где вас всех распугал? О! Мясо два раза! Пожалуйста! Там сказал бегом! Всё, всё, Тоха, сейчас всё будет! Хорошая штука, правда? Повторить? Не-не. Слышь? А нахрена вам столько патронов? Солите вы их, что ли? А ты глянь разок, как тварюка зарешен. Ты чё вообще? В табло заходи. Налетайте! Я тут чё-то не понял. Есть тут пацаны! Ебать. Что, его размазал? Смотри, как жестко. А, вот все нормально. Ладно, здесь пока ничего интересного у нас с тобой нету. Тёлок не калечит, ясно? Слыба, друганна, у меня чисто тоже для тебя палка есть. Ну чисто, иди к дяде. Куда тут те маслины складывать? Там у них реально, как в игровом автомате, чисто дырка для бабла. Бомля отдает чисто. Ай, красава! Давай, давай, шевели булками. Эй, а деньги? О, шарашек! Чисто шоколадница, реально! Давай, с бугра местного спроси. Брысь! Алло! У нас тут ни коммунизм, ни разум. Это ты чё? Так, пошли сначала. Я реально. Понял. Пошли в оружейку сначала с тобой сходим. Здесь мы были. Да. О, стреляй, добрый метка! Вечер. Стреляй, это мы с тобой берем. Уже не полезет тебе. Другое что возьми. Нормальная пацаны, маслята, пацанчик. Хоть и самодел. Чисто все, конкретная подходи. Маслята. Работают без осечек. Да не рассказывай давай. Пацанчик, да куда столько? Из тебя уже нихуя сыплются. Здесь. Мины, пацанчик. Первое дело для засад. Мины появились. Серьезно. Чисто конкретно, всегда раз. Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Так, это доп, да, задание, это правильно понимаю? Да, блин, смотри, какая большая локация. Ну, как хочешь. Большие скидки. Самое свежее мясо. Да он и сучка-то не держал, походу. Давай еще одну! Спасите наш тир! Спешите! Да где ему попасть? Количество мишеней ограничено! Не, ну ты вообще, бля! Ну хватит, хватит! Что случилось? Мишка потерялся! Тихо, тихо, тихо! Ну все, все! Ну, найдем твоего Мишку, найдем! Не плачь! Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать, как у тиры стреляют! А дядя на меня накричал, и я убежал. Подходи, не стесняйся. Пошли, блядь, к этому дяденьке нахуй. Что ты все загонишь? Пацаны, и где, бля? Ну, пацаны, если ну не получилось. Все, подходи. Хрена себе не получилось у него. Не, ну вообще, бля. Мишени ждут.
Слышь, блядь, где Мишка, нахуй? Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? Реальные волыны для реальных пацанов. Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? Наденька, ну? Да ты улыбка. Да ты чё, он косой же, реально. Я осуждаю такое. Молодец, держи патроны. Может, подымем ставки? Иди нахуй. Есть чисто конкретные волны, свежая поста. Ну, как хочешь. Снова тебе закупать споты, Патрики, ну его. Налетай! Сегодня не, пацанчик, тебе уже складывать некуда. Уникальный шаг. Подожди-ка. 183 скильки. Че так мало осталось? А где? Кто Мишку забрал? Алло. Алло. Где медведь-то? Мне его искать где? Стрелок бывает меткий и быстрый, или мертвый. Так, пошли. Где? Он сказал в тире. Давай искать. Мясо свежее, только что бегало. Покупайте наггетсы. Куда? Ты чё, повылазил? Закрыт. Так я ж за тросом. Быстро стреляй. Каким еще, бля, тросом? Вот, у меня тут... Мне боцман написал. Какого ты мне тут лечишь своим боцманом? Закрыто. Стрелка там. Вот добазарят паханы, тогда и приходи. А пока вали. Бля, где Мишку-то найти? Высокие ставки! Туда нельзя, сюда нельзя. А работу подавай. Цены на меню. Ну где он его потерял? Мама сказала никому не открывать. Ладно. Посетите наш тир. Спешите. Количество мишеней ограничено. Бля, можно ли его найти? Ну, блин, пацан плачет уже, что? Пацаны, надо кому волыну. Есть реально все, подходи. Ну где вот ты Мишку должен найти? Где вот он? Мужики, ёбаный, блядь. Кто из вас нахуй? Напугал, блядь, пацана-то. А где мне его найти-то, эту Мишку? Опа. Слышь, ёпта, где медведь, ёбаный, блядь? Ты, блядь, ёбаный, блядь, где медведь? Подходи, не стесняйся. А вот граната, ёж. Братва, есть чисто конкретные волыны, свежая поставка. Чё надо? Не видишь, закрыто. Доказать свою меткость и скорость. Заработав, блин, Мишку. Посетите наш тир. Приход какой. Стрелок бывает. Можно? Реально ли буду здесь найти вообще этого медведя? Да пробовали уже. Ты. Хрен там ночевал. А наш как? Панцирь как подсохнет. Пацаны, сразу хрупкий становится. Как есть стекло. Реально, все, подходи. Давай поищем с тобой. Ну, бля, я б нашел того медведя, ну типа. А, чё там меня самого уже тут парит? Сейчас бы. А кому рыбки свежие? Пишет что-то. Чё, нету ничего? Один патрончик. Медведи мне дайте, ёпты. Встаем, ёбаный, бля. Блять, ну у него, явно у него где-то медведь должен быть. Есть масса. Будут полис на ножи ставить. Реально мочило. Какого рака? Я раков 100 лет уже не видел. А кому рыбки свежие? Ботинки, ноту нет. А все нельзя? Тушенка, свежая тушенка. Бля, где медведь-то? Здесь медведя никакого нету. Вообще причем нигде. В такое мочилово встревать. Проваливай.
штаны, ХБ, с лампасами. Больше ж нигде не найдешь. Потайной кошелек на внутренней портупее. Мягчайшая кожа. Тушенка, тушенка, свежая тушенка. Все для гостей. Понял. Да нет же сил уже. Да что ж за... Бля, здесь нигде нет этого мишки. Бля, мужик, у тебя нет медведя? Я вижу, ты игрушки есть, блядь. Медведь, давай сюда, блядь. Только я не знаю, реально ли вообще здесь найти этого медведя. Пацаны, не видели? Медведя, бля. Я просто не знаю, насколько реально здесь его найти, этого медведя. Слышь, блядь, сейчас поебанчик пол... Ой, осуждаю, что-то как-то... Не одобряем, такой не одобряем. Связываемся. Блин, ну если это нереально, конечно, здесь это сделать, типа найти медведя, то жаль, конечно. Дядя, вы к папе? Он ушел, будет вечером. Открой. Будет вечером, хорошо. Посетите наш тир. Спешите. Ты за товаром? Завтра приходи. Так. Здесь нет никакого мишки нигде. Даже может здесь. Налетай! Сегодня с большой скидкой. Проверь. Сиськами, сиськами потрясинно. Че вылупился? Заметка 2. Мне говорили, что подземная Венеция — город воров и душегубов. Но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь, как могли, обустроили свой крошечный мирок, и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Что за звуки, блять? Ладно. Сейчас, дайте я посмотрю, можно ли найти этот мишка. Если можно, найдем, пацану дадим. Если нельзя, то... Жаль. Пацан там должен быть... Должен быть с мишкой. Короче, я посмотрел, ребят. Погнали в тир. В тире там, ну, ребят, кто-то написал, что кто игра проходил в тире должно быть. Есть конкретные волыны, свежая поставка. Подходи, не стесняйся. Давай, брателло, если что, заходи. Наггетсы из самого свежего мяса. Налетай. Волына просто зверь. Бери, братан, и все караваны твои. Уникальный шанс. Бля, ну у меня он в тюнинге еще. Какой 21? Пацаны, надо кому волыну? Ну вот это. Реально, все, подходи. Давай на пестик с собой сейчас возьмем. Ну что тебе сказать за эту машину убийства? Реально вещь. Да, вижу выбор мастера. Уважуха, братан. А кому нагиться? Мясо свежее, только что бегало. Ну бывай, братан. Значит, патрики купим для этого. Стреляй, метко! Стреляй. Пацанчик, быстро. Да куда столько? Из тебя уже сыплется. Не, давай, не пизди. Если еще что надо, знаешь, где найти? Да, да, да. Да. Тебе, погнали. На позицию. Пать, сколько я ему дал? Маслята, перья, ну, гранаты. Как хочешь. Наваливаемся, пацанчики. Самое свежее мясо. Поехали. Давай, 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 открой. Ну видишь, попал же он. Ну разве дурак? Пусть еще попадет. Еще попал. Косой, ты че меня подводишь? Ты от рыбацилы попадешь. Ты какой? Ты точно мазанек. Ты че? Не осталось. Давай. Вот дает. Это уже интересно. Спешите.
Количество мишеней огр... Молодец. Давай, держи парень, патроны. Не стесняйся. Заходи, покажи класс. Заменяю, продаю, покупаю. Мишени ждут. Есть маслята, перья, взрывчатка. Но он одним стреляет. Вообще, вот так стреляет. Ё-моё, снайпер, блин. Снайпер, блин. Алло! Держал, походу. Стреляй! Что, блядь? Проспорил ты, куцый. А за тебя снайпер. Ну ты дал, стрелок. Держи. Вот специальный приз. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Пошли, пацана, дадим. Ну, понятно, блядь. Взял, у пацана забрал, блядь. Держи. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся. Бой соединения. А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Да, пожалуйста, пацан, давай. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь, сами понимаете. Вот он и привязался так. Смотри, не теряй ну больше. Что? Пошли домой. А можно я еще здесь поиграю? Хорошо. Но только недолго. А потом пойдем домой. Смотри, не теряй. Если будут отбирать, сразу говорю, ай-яй-яй, блядь. Знаешь, что сейчас придет, и все. Вот и все. Видишь, пацана обрадовали, и... Пацанчик, чисто конкретная маслята, реально, бери! Так, погнали. Бывай, пацанчик! Если что, я завсегда тут. А моей ружки здесь нет, да? Бля, калаш, что ли, брать? Брателла, реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. Реальная волына, братан. Конкретная. Честно, поздравляю с покупкой. Сейчас, стой. Давай с калашком еще побегаем теперь. Бывай, братуха. Давай. Все, видишь, и пацана обрадовали, и все. Я понял, кто забрал, блядь. Вот, блядь, кто с этим, блядь. Тиром занимается, вот кому платили эти патроны, блядь, платили. Кому? Вот он не занимается этим. Ну ладно, отдохнули, взял, отобрал у пацана, блин. Значит так, Мишку сейчас такой рассчитываемся с кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули чё, дальше, дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Не по себе. Нихуя. Мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас, ну прямо бешеный, ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся, я сама на выдумке гораздо. Устраивайся поудобнее, сладенький. Ничего себе здесь. Ух, ебать тут. Ну
Ну как тебе танец, красавчик? Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Да, танец еще, ну ладно. Давайте, ребят, чтобы YouTube, ну, не задушнил, да, как говорится, то, что здесь, ну, да. Этот танец полностью, да, без, ну, вот сейчас, наверное, замылено. Без замыливания будет в Телеграм-канале, ссылочка специально находится в описании, да, на Телеграм-канал. Зайдите, там будет полностью этот танец, абсолютно полностью, да, то есть без замыливания, без всего. Но здесь прям хорошо, ребят, здесь прям хорошо. Ух, нормально, хорош, хорош. Красавчик, продлевать будем? Не, спасибо. Хороший танец, хорош. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Уф, уф, блять, хорошо. О, шарашек! Хорошо. Так, куда нам обратно, типа, видите? Кепки кожаные, последний писк. А кому рыбки свежие? Потайной кошелек на внутренней портупее. Мягчайшая кожа. Ну-ка, дай пройти. Нет. Значит, в ту комнату надо было идти. Хорошо. Я так и знала, что вернешься. Только патроны вперед. Так, ну что, ребят, я, собственно, записал для Телеграма отдельно танец, да, без вебки, без всего, просто танец. Заглядываю в Телеграм, он там будет. Я говорю, вы не разочаруюсь, вы точно не разочаруетесь. Вот, ну и плюс там уведомления, если видео всегда, то есть, да, вовремя все уведомления проходят, если вам YouTube не отправляет уведомления о видео, а такое бывает, я знаю, и... Ну, чтобы, как говорится, узнать первыми, да, когда вышло видео, Телеграм-канал, ссылка в описании, и на ваших экранах тоже находится Телеграм-канал. Вот, подписывайтесь, мне тоже будет очень приятно, спасибо, что это делает. Вот, в принципе, все, я думаю, можно заканчивать серийку. Итак, длинненькая получилась серийка, спасибо за просмотр, такая серийка была, в принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте. Блин, ну танец прям... Ха-ха-ха-ха. Уф. Уф.